Почтить память тех, кто отдал своей жизни за Родину, за ее свободу и мирное небо, собрались Матвеева курганцы всех возрастов. Многие матери никогда не увидели больше сыновей и дочерей. Жены, мужей, дети, родителей. Осталась только боль и память, которая и сегодня живет в каждой семье. В каждом сердце. Этот день стал точкой отчета, несчетным испытанием советского народа на мужество, героизм, на веру в победу, которая была оплачена реками крови и слез, сожженным дотла городов и сел, разрушенной экономикой. И здесь, у вечного огня, мы говорим слова благодарности нашим солдатам и офицерам, труженикам тыла, узникам и детям войны за мир, за жизнь. Вечная память павшим, вечная слава живым. Участники митинга почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы в мемориале славы.